В Новоульяновске началось строительство комплекса очистных сооружений. Очистные – это не только сама очистка, но и насосные станции, системы обеззараживания и обезвоживания. Все работы планируют завершить до конца октября 2020 года, в том числе запуск трансформаторной подстанции и установку пожарных резервуаров. На сегодня работает порядка 20 человек, порядка 10 единиц техники. Ведутся работы по строительству ОБК сзади. Ведутся фундаментные работы, прокладываются наружные инженерные сети, произведена очистка участка, срубка лишних деревьев, насаждений лишних. Готовится площадка под производственный корпус, под саму станцию биологической очистки. Реконструкция верхних очистных сооружений Новоульяновска, обслуживающих промзону, позволит увеличить пропускную способность объекта 630 кубометров в час до 2000. Кроме этого, современная система очистки сточных вод повысит инвестиционную привлекательность района. Реконструкция очистных сооружений позволит улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании, создаст дополнительные рабочие места и даст возможность строительства новых предприятий в городе Новоульяновске. Деньги из федеральной казны на эти цели выделяются немалые в рамках проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общий объем финансирования составит около 5 миллиардов рублей. Работа по очистным также запланирована в левобережье и правобережье Ульяновска, Димитровграде, Барыше и Инзе. Главным итогом проекта на территории области должно стать снижение к 2024 году в 3 раза объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ул. Правда. ТВ.